Всем привет! В эфире Телегид, с вами Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Эта неделя обещает быть легкой и беззаботной, такими же будут и наши ленты. Подробности расскажу вам дальше. Каждый из нас наверняка знает, что такое предчувствие, и теперь его предстоит испытывать нам ежедневно, по будням. Валентина – обычный почтальон. Все устоялось в ее судьбе, и резких поворотов не предвидится. Но события начинают развиваться мистически, и жизнь женщины меняется в один день. После автомобильной аварии она понимает, что может видеть картинки не только прошлого, но и ближайшего будущего. Как воспользуется Валентина своим даром, узнаем со вторника по пятницу в 14:21. Вот это подходит? Ага, не то. Надо что-нибудь пообъемнее. Димкина или Сережкина? И шапку какую-нибудь найди мне. Инга, а? Ну какая ты наркоманка? А чё? Я, между прочим, могу еще стакан водяры махнуть для убедительности. Только вперед! Таков девиз героев, с которыми мы встретимся вечером в среду. Милиция ведет охоту на банду, которая продает отечественные военные разработки за границу. Правоохранители внедряют в логово преступников своего сотрудника. По легенде, сына уголовников. Он легко втирается в доверие к бандитам. И теперь его цель – главарь по имени Генрих. Играя в эту опасную роль, Ухо вдруг понимает, что оказался в ловушке, выбраться из которой можно только ценой жизни. Как поступит страж порядка, увидим 4 июля в 22:00. Где они, твои люди? Грушин! Так, микрочипы, я полагаю, уже у Генриха. Взять под наблюдение всех. Всех без исключения. Сарыч его в первую очередь. Вести его день и ночь. В туалет за ним ходить! Времени нет! А четверг, мои друзья, будет насыщен криминалом. Остросюжетный боевик «Хозяин» не даст вам соскучиться вечером. Бывший военный Костя сегодня работает охранником в крупной строительной компании, которая занимается обманом сельчан. Внезапно наш герой узнает, что похожая ситуация происходит с его родным поселком. Сможет ли отставной офицер отстоять свой дом, защитить родную землю и показать, кто здесь настоящий хозяин? Смотрим 5 июля в 22:00. Ты знаешь, что архаровцы вот этого Карташова у нас солнечным вытворяют? Они ж людей из домов выгоняют. Как вот. Так выгоняют? А вот так. Запугали всех. За землю копейки платят. Ты, Кость, пропусти меня к нему. Очень важное дело. А? Ты иди, иди, конечно, Петрович, иди. Только вряд ли он тебя слушать и станет. Послушает. Я и ты, и все, кого мы знаем. С ленты под таким названием мы завершим рабочие будни. Ричард, отец-одиночка, вполне готов к семейным переменам. Но когда в его жизнь врывается очаровательная художница Кристин, нашего героя охватывает паника. В то время, как его 7-летний сын Робби завязывает свой первый, правда, пока виртуальный роман, а подросток Питер вновь и вновь становится подопытным кроликом для соседских девчонок. Как закрутится эта история, узнаем в пятницу в 22:00. У меня была такая ночная рубашка. Все смотрели на нее, но не могли прочитать. Тебе правда нужна эта надпись на груди? Ты же даже не знаешь, что это. Нет, я не знаю, что я дорогой, изумительный, необыкновенный, прекрасный, ценный, родной, божественный, заслуживающий уважения человек. Я этого не знаю. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье 10:00 и 19:30. В этом году 55-я школа выпускает 2 класса. Среди ребят есть 10 человек, которыми учителя могут гордиться особенно. Это медалисты, которые прошли долгий путь длиной в 11 лет, чтобы получить свои знаки отличия. А
А в субботу вас ждет жизненная история английского производства. Еще один год. Фильм об отношениях и циклах жизни. Сюжет ленты крутится вокруг семьи Тома и Джерри. К ним в гости приходят друзья, которые притворяются, что довольны своей жизнью. Правда, до первой бутылки вина. Кто-то болеет, кто-то умирает, а кто-то влюбляется. Жизнь идет по кругу. Мир людей бурлит страстями, переполнен радостью и горем. А времена года сменяют друг друга, как по часам, отсчитывая год за годом. Не пропустите 7 июля в 20:30. Мэтт жениться собрался. Мэтью! Да ну, это с гитарой, который? С гитарой это Пол. А, Мэтт, вспомнил. Это замечательно. А с будущей миссис Мэтт ты знаком? Разумеется. Она его стоит? Нет, они друг друга ненавидят. Хочешь сказать, достоин ли он ее? Извините, миссис феминистка. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор фильмов и программ нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Отличного вам настроения! Я, Анна Троян, говорю пока-пока!